Петуха год наступает и приносит счастье в дом. Жизнь пусть сказкой заиграет, будет ярче с каждым днем. Знак петух, он значит счастье. Весь успешным будет год, оставим в прошлом все ненастье, а 17-й пусть радость принесет. Пусть Новый год счастливым будет, а чтобы радостно прошел, пусть будут рядом те, кто любит, и те, с кем очень хорошо. Друзья, мы приветствуем вас в предновогоднем эфире проекта «Энергия удачи». Сегодня 25 декабря. Совсем скоро мы отметим и встретим новый 2017 год. А пока, в ближайшие 20 минут в эфире для вас будем работать мы, Екатерина Раковская. И Дмитрий Шиш. И, конечно же, мы познакомим вас с участниками в нашей предновогодней программе. Оставайтесь на Первом городском. Остановитесь на Красном вместе с торговым домом «Энергия». Будет интересно. Итак, сегодня 25 декабря 2016 года, и это последняя программа в этом году. Крайняя программа, потому что на нынешний 2017 год мы приготовили для вас тоже массу сюрпризов. Как торговый дом «Энергия», так и наш телепроект. Вот скажи, веришь ли ты в Деда Мороза? Естественно. Ну, а какой подарок ты ему заказала? Здесь тишина. Так, хорошо. Не будет у меня подарка. Не будет. А почему? Надо всего лишь закрыть глаза и на мгновение представить, что скоро все сбудется и скоро все будет хорошо. Хочу в отпуск. Хочу в отпуск. Все, хорошо. Закрыла глаза, представила. Отправили все. Екатерину в отпуск. А вот что? Чего хотят наши участники, мы сегодня узнаем. Под аплодисменты мы вас приветствуем. Да, да, да. Наши Санта-Клаусы сегодня. Да, друзья, давайте знакомиться. Ну, конечно же, будем делиться сегодня впечатлениями, чего мы ждем от нового года петуха, что он нам принесет. Привет всем, меня зовут Ануар. Я ученик 11-й школы, учусь в 11-м классе. В свободное время люблю заниматься музыкой. От Нового года, думаю, ждать новых выступлений, новых, как море позитива. Выступлений. Вы поете? Да, можно так сказать. А что, давайте тогда вместе споем «В лесу родилась елочка». Как вы смотрите на это? Или сначала со всеми познакомимся, а потом споем. Для открытия. Да. Давайте. Здравствуйте, меня зовут Алена. Я ученица 9-й школы. Новый год я буду встречать с семьей, так как считаю, это семейный праздник, и нужно всегда его отмечать с семьей. Ну, Деда Мороза я верю с детства. У меня есть младшая сестренка, и мы всегда пишем письмо. Вот. Я загадала сдать все экзамены на хорошие отметки и поступить в ВУЗ. Да. И поступить в ВУЗ. Здорово, да. Молодец! Замолвим Деда Мороза словечко. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Арстан, я ученик 11-й школы гимназии. Одноклассник Ануара. Я тоже в свободное время люблю заниматься музыкой, спортом. Я играю на гитаре. Также бэк-вокал в начинающей группе. Вау! Так, ну что, хоровод будем водить? Давайте хоровод тогда сейчас здесь сделаем. Ну, выходите, выходите, давай, друзья. Ну, а кто у нас запевать будет? Ну, наверное, у нас будет Ануар запевать. Да, Ануар? Какую песню будем? У нас студия позволяет хоровод. Ну, представим, что елку. Давайте елку выносить не будем. И начали. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная. В энергии красно-белая она была. Молодцы, друзья, браво. Ну что ж, с участниками со всеми познакомились. И, друзья, сейчас, мы, конечно же, объявим темы сегодняшнего эфира. Как вы думаете, что будут за темы? Чем они будут? Конечно же, связаны с наступающим новым 2017 годом. А какой год 2017? Год петуха. Итак, внимание на экран, темы сегодняшней программы. А сегодня нас ждут тема «Новый год», тема подарков, что мы так ждем в новогоднюю ночь, история мира, потому что все-таки история с каждым днем все обновляется и обновляется. Новогодние сказки, все мы любим чудеса, и чтобы они сбывались. Музыка вокруг нас здесь, песни про Новый год. И цветы, ну, многие из цветов даже сейчас делают елки. Вы знаете, зашел как-то в один магазин и увидел черную елку. Оказывается, черные елки нынче в тренде. Но в нашей студии красные, белые елки с красными игрушками. Ну что? Красно-белый – это самое красивое сочетание. За каждый правильный ответ вы получаете денежный приз. Тот участник, кто больше всех заработает, тот и с нами будет играть в суперигру. Сегодняшний эфир. Нельзя отказываться от суперигры, потому что будем играть. Даже спрашивать будем, не будем. Да, да, будем веселиться. И будем отдыхать вместе с вами, вспоминать новогодние песни. В общем, у нас у всех предновогоднее настроение. Итак, Ануар, начинаем с вас. Выбирайте тему. Я думаю, начнем
С Нового года! С Нового года! Как называлась деревня, в которой в рождественскую ночь произошли события, о которых нам рассказал Николай Васильевич Гоголь? Диканька? Ну, естественно, это Диканька. Да, вечера на хуторе близ Диканьки. Да, как звали главную героиню, помните? Блин, нет. Олеся. Черевички. Черевички, да. Молодец, Алена, продолжаем. Выбираем тему. Новогодние сказки. Как звали мальчика с ледяным сердцем? Ребята? Кай. Кай, Алена. Так, ребят, ну что с вами? Давайте догоняем, зарабатываем деньги на новогодние подарки своим родным и близким. Давайте, давайте. И... Алена, выбирайте. История мира. История мира. Кто является последним президентом СССР? Михаил Сергеевич Горбачев, 1991 год. Браво, Алена, 5000 сразу. Вы... Все понятно, вопросов больше нет. Сказали история не кричать. Мира. Мальчики, история мира. Да. История мира. История мира. Современное название города Константинополь. Стамбул, захват Мурада III. Так, ребята, это что у вас происходит здесь? Надо было на истории мира побольше вопросов тогда. Мы просто уже празднуем. Больше, хорошо, выбирайте тему. Алена. Новый год. Новый год. Назовите самый новогодний фильм, показывать который накануне Нового года стало настоящей традицией, которой уже более 30 лет. «Ирония судьбы» с легким паром. Да ты красавчик! Да, молодец. Это именно такой фильм. Выбираем тему. Давайте «Музыка вокруг нас». Давайте «Музыка вокруг нас». Слушай. Я название знаю, кто исполняет. А название тоже не знаю. Легендарная группа, которую просто... Шведская группа. Нет. Давайте, музыканты. В ней одна буква и вторая повторяется. Она распалась, когда еще, наверное, родители их в школе учились. Да. Happy New Year. Happy New Year. Так, подумайте, друзья мои. Четыре буквы. Первая и вторая. Повторяется. Четыре буквы. Ама. Первая и вторая буква. Аба. Да. Аба, да, молодец, Арстан. Арстан, молодец. Верно у нас отвечает и... Вступил в игру Арстан, да. Наконец-то. Выбирайте тему. Набираем оборот. Так, давайте новогодние сказки. Новогодние сказки. Хорошо. Какую новогоднюю игрушку превратил молодого принца, король мышей, в сказки Гофмана? В щелкунчика. Конечно. Совершенно конечно, верно. Конечно, в щелкунчика. Алена, выбирайте тему. Цветы. Цветы. Женская тема. Да. Какой цветок стал национальным символом Голландии? Тюльпан. Конечно. Он, кстати, молодец. символ нашего города. Символы тебе. Если многие заметили, что когда едешь в аэропорт, поставили огромный тюльпан. Да. Да, стеллу. Очень красивый. И много отзывов в интернете. Как и хороших, так и плохих. Да. Ну ладно, мы не об этом. Да. На сегодня Новый год. Ура, друзья. Новый год. Браво. Выбирайте, Алена. Цветы. Так, цветы. Семена какого цветка используют в кулинарии? Мак. Мак, конечно, совершенно это мак. Верно. Это женская тема, женский вопрос. Так, подождите, вопрос. Ребят, нам вообще троим что здесь делать? Может, мы уйдем, а? Как вы думаете? Можно. А мы без вас что будем делать? А играть дальше с Аленой. Нет, без вас неинтересно. Играть будете. Мужчина – это наше все. Все, продолжаем. Все, Алена, выбирайте тему. Можно как новогодний подарок я дам шанс Арстану выбрать тему? Так, спасибо. Даже так. Да, новогодний подарок. Браво. Новогодний подарок. Хорошо, давайте. Ладно, давайте снова выберем новогоднюю сказочку. Новогоднюю сказочку. Давайте. Да ладно. Давайте. Выберем. Кто из героев «Зима в Простоквашино» пел на новогоднем концерте? Мама. Кабы не было зимы в городах веселых, никогда б не знали мы этих дней веселых. Петляла бы лыжня. Кабы. Я заболела, простите. Ничего страшного, выздоравливай. Спасибо. 6 дней. Новый год. Как называется русский старинный, но не стареющий танец у новогодней елки? Водить хоровод? Конечно, мы уже это делали сегодня в студии. Ануар, выбирайте тему. Давайте «Музыка вокруг нас». Давайте. Слушаем музыку. Новый год к нам идет. Который год? Алла Пугачева. Да вы что? Правда? А еще кто? И
Ее дочка... Молодец. Все, дальше питания. А дочку как зовут? Кристина Арбакай. Один раз, знаете, у нас был вопрос, кто такой Емельян Пугачев? И, значит, один участник нажимает на кнопку и говорит, первый муж Аллы Борисовны Пугачевой. Реакция ведущих была потрясающей. Да, друзья. Восстание 73-75. Хорошо, хоть не сын. Смотри, нам все рассказали. У нее компьютер, по-моему, здесь встроен, да. Так, ладно, продолжаем. Продолжаем, Ануар. Ануар, выбирайте тему. Давайте новогодние сказки. Давайте, новогодние сказки. Снегурочка с подругами прыгала через Арстан. Арсан? Костер. Молодец. Костер. Красавчик. Молодец. Молодец. Да. Ты на бэке работаешь в рэпе? Нет, рок. Рок? Рок. Да, подожди, мы с ним играем в группе. В рок-группе играете? Ну, как у нас своя группа. Мы пытаемся создать. Слушайте, вам молодцы. Новый год вам чисто. Скоро все случится. Да, да, да. Надо было захватить с собой гитару-то и сбацали нам так что-нибудь. Так они-то не знали, что мы их спрашивать будем про это? Мы-то у каждого по-разному. Надо всегда с собой носить. Давайте продолжим наш предновогодний эфир. Приглашайте, мы сыграем. Сыграют, ребята, все. Выбирайте тему. Так, подарки. 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 Скупка разнообразных вещей для повышения настроения. Шопинг. Естественно. Естественно, шопинг. Арстан, Ануар, видите, у них они нашли свой тандем. Они нашли друг друга. Да. Хорошо, выбирайте. А подарки. 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 Алена, какой у вас самый лучший подарок, который вам делали, преподносили? Ну, наверное, это моя жизнь. Мне ее подарили мои родители. Она не только историк, она еще философ. А еще какая умная. Ну, да, хорошо, выбираем тему. Выбрали подарки. Выбрали. Дальше. Назовите одним словом самые древние на Земле подарки. Серьги. Украшения. Молодец. Ну, молодец. Ну, браво. Просто браво. Ах, Алена. И продолжай. Выбирайте. Давайте. Музыка вокруг нас. Давайте музыку. Нюша, это Новый год, это саундтрек к фильму «Холодное сердце». Так. Браво. Да, совершенно верно. Это дубляж. Правильно Алена ответила, да. Да? Да, да. Семен Семенович. Надо пересмотреть. Засчитывайте Алене, да, да, да. Алена, выбирайте тему. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Продолжим эту тему. Последний вопрос в этой... А, нет, не последний. Нет, не последний, не надо тут. Потап и Настя. А, да, песня про сосну. Верно! Браво! Ну что ж, дорогие друзья. Про елочку. Про елочку. Первый тур нашего предновогоднего эфира подошел к своему нелогическому завершению. Точнее, еще не закончилось. Знаете почему? Потому что мы узнаем, сколько ребята сегодня заработали денег в нашем эфире 25 декабря 2016 года, уходящего года. Так что, если вы вдруг не успели посмотреть предновогодние суеты наши эфиры, обязательно зайдите на сайт dinar.kz и, конечно же, на сайт телеканала Рика. Или захотите пересмотреть. Или пересмотреть захотите. В общем, пока Катюша считает, сколько денег они заработали, мы даем вам такую информацию. А еще хотели бы вас поздравить с наступающим новым 2016 годом. Скоро увидимся! Это «Энергия удачи», предновогодний наш выпуск, 25 декабря на календаре. И у нас у всех хорошее настроение, друзья. Надеемся, у вас тоже. Мы продолжаем наш эфир и, конечно же, подсчет голосов. Я подсчитала. Ну что, мальчишки, у вас сегодня, вы как друзья-одноклассники идете вровень, у вас по 1500 тенге вы заработали каждый. Вау, друзья, здорово. Ну и Алена, не оставив шансов мужчинам, заработала 5500 тенге. Браво! Алена, ну просто порвала всех, честно. Спасибо. Ребят, ну тяжелые вопросы были или нет? Реакции не хватает? Надо отрабатывать. Что, надо отрабатывать. Но по гитары правилам. Гитары и реакции. Все, в следующий раз гитары. Катюш, и... по правилам так же. Их же нужно соблюдать или нарушать? Нет, мы же нарушили. У нас по принуждению сегодня. Мы не спрашиваем. То есть, если она проиграет, ты хочешь сказать, что из нашей студии она уйдет не с чем? Я не верю, что Алена проиграет. Играем? Так, играем. Итак, Ануар, Рустам, выберите одну тему, которую вы считаете нужным для того, чтобы Алена победила. Вы хотите, чтобы она победила? Да. Вот хотят. Вот они, молодцы, ребята. Давайте музыка вокруг нас. Давайте музыку.
Музыка, ну конечно, мы в предвкушении праздника, Нового года. Хорошее настроение, это музыка. Алена говорит, давайте праздники, Нет, давайте лучше историю. Давайте историю. Так, ну что выбираем, ребят? Музыку. Ладно, давайте музыку. Так, два против одного история, да? Так, что выбираем? Музыку. Музыку? Давай музыку. Останавливаемся на музыке. Итак, звучит композиция. Ровно одна минута нашей участницы, чтобы она подумала. Послушай. По щекам. Глюкоза. Послушай, хотели. А я говорила. Я говорила. Ты поняла? Ты поняла, да? Да. Глюкоза. А снег идет. По щекам мне. Бьет. Браво! Молодец! Наша сегодняшняя победительница Алена получает 10 тысяч тенге. Ну и, конечно же, наши участники тоже получают денежные призы. Друзья, с Новым годом вас! И вас также. С наступающим здоровья. Алена, вас попросим остаться. Вам, ребята, удачи и успехов в новом 2017 году, чтобы все сбывалось, чтобы у вас была самая лучшая группа в Казахстане, не только в Казахстане. Удачи, успехов. Быстрой реакции, хороших оценок. Всего самого-самого лучшего. Друзья, но еще один подарок для клиентов торгового дома «Энергия». Все это через несколько секунд в нашей предновогодней студии проекта «Энергия. Удачи». Обязательно оставайтесь с нами. С Новым годом! И это предновогодний эфир проекта «Энергия удачи». Ну что ж, теперь, Алена, нужно осчастливить кого-нибудь из покупателей торгового дома «Энергия». Вытягивай купон, перемешай, кто же станет, чей лотерейный билет принесет удачу в уходящем 2016-м. Это лотерейный билет с номером... Номер 03-28-47. 03-28-47. И это победитель. Поздравляем, друзья! Ну, а что мы вам желаем? Мы желаем вам только крепкого здоровья, благополучия. И чтобы в ваших семьях всегда царила только доброта и любовь. Счастья вам, мира и добра. И так как этот Новый год принято встречать в красном, то остановитесь на красном. Мы встретимся с вами уже 8 января в новом 2017 году. Берегите близких, берегите себя. И еще раз, с Новым годом!